Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить эфир, продолжаем пробираться по заводу Ремельмайер и ищем Элис и Харлана Уэйда. Ну и, соответственно, все так же ищем Феттела, или Феттеля, кому какое дело, читается и так, и так. Так, ну и что? Что у нас здесь дальше? Мы только что выбрались, кстати, из какой-то секретной комнаты, и там был странный спуск вниз. С запада приближаются машины Армахема. Скоро здесь будет весело. Так что завод явно не простой. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть аптечка, но она уже просто не лезет. Аж две аптечки. Аптечек полно. С аптечками, опять же, нет сложностей. Так, есть ракетница. И есть рейлган. Оставим все как есть. Мне нравятся эти пушки. Довольно хорошо, кстати, под конец стало. То, что это наверняка уже конец. Потому что чую, близится развязка. Дали кучу мощного оружия. И жить сразу стало проще. Жить стало веселее. Так, ну и что? Что за дверь? Очевидные темные коридоры, однообразные. Так, пожалуй, я отбойник возьму, что-то охота мне с ним походить. Большое открытое пространство, это явно неспроста. Туда наверняка падать не стоит, что-то там дна не видать. Ну и ладно, вроде... О, блядь! Ниндзя! А! Где еще один? Кто меня пнул? Откуда пендель? А? Тихо. Так. Блин, я никого не вижу. Вот ты. Блин, ну давай, покажись. Да, с отбойником это все не так страшно отнюдь. Еще есть? Лучше я подожду здесь, потому что довольно безопасное место. Ладно, так, восполним здоровье, сбегаем назад за аптечкой. Надеюсь, никто мне в этот момент пинка не отвесит сзади. Аптечка у нас тут близко. А, не, блин, далековато. Ну, хрен с ним, ладно. Аптечек все равно полно. Ладно, ладно, где еще? Музыка не прекращается, значит, еще эти ниндзя будут. Ну, ничего, вздрогнул я. Умудрился напугать меня этот... призрак. Осторожно. Внимательно пробираемся наверх. Ага. Один? Ну, один-то ладно. Так, какая у нее... О! Все, кажется. Блин, а? Ушлые какие. Мне уже кажется, что я слышу топот. Но на самом деле, слава богу, не так. Все, вроде отмахались от них. Да чего же, блин, противные мерзавцы. Так, там под лестницей ничего нет. Какого-нибудь ширева. Или чего еще. Контрольная точка. Хорошо.
это невозможно! Секунду. Продолжаем. Так, а тут у нас робот. Полицейский, что ли, расстрелял? Ой. Да. Сам себя еще шибанул. Это, похоже, были не полицейские, а... Так, он сейчас, наверное, отсюда вломится, да? Не полицейские, а служба безопасности. То есть, хорошо, что он их пострелял. Ничего страшного. Да-да-да-да. Так, ну и где он там? Я его не вижу. Понятно. Так, приступим. Блин. Зацепился за угол. С таким оружием, я думаю, больно много проблем мне не доставит. Тихо. Так, еще это есть. Вот и отлично. Вообще без проблем. Так, подлечились, сохранились. Ну и что, идем дальше. Тут у нас ничего нет полезного, полезительного. Ну, аптечка вот, допустим. Броня. А может, мне сюда надо? Нет. Ладно. Идем дальше. Да, это служба безопасности. Наши враги. У нас тут мало друзей в этой игре. Но, в принципе, я думаю, теперь будет поспокойнее, потому что роботы мы устранили, а... Блядь, еще один идет. Теперь уже может стать интересно. Так, ну-ка. Блин, рвет, а? Ну ладно. Тоже без проблем особых, надо сказать, потому что оружие жжет. К сожалению, у меня не осталось ничего, кроме рейлгана. Ну да ладно. Потому что рейлган, по идее, хорошая пушка. Так, ну что, в какой-то ангар опять заходим. Надеюсь, третьего не будет. Да, здесь мы уже воюем с охраной Армхема. Будем иметь в виду, против них вот эта пушка как раз то, что доктор прописал. А это мы, пожалуй, поменяем. Так, что-то хорошее вижу. Или нет, это вход какой-то, да? О! Это я удачно зашел. А это, похоже, проход дальше куда-то. Опять в какую-то секретную лабораторию, в какую-то секретную попадаем. Так. Пожалуй, ракетница отменена на дробовик. Ладно. Пока идем с этим. Тут мы всех уже положили. Тут очень тихо, надо сказать.
как бы сюда не пришел еще один робот, он оттуда снизу приедет и будет довольно печально. Блять. И будет довольно печально, потому что оружия у меня под него сейчас маловато. Зато есть две мины, которыми я практически не пользуюсь. Так, ладно, что мы тут имеем? Имеем мы тут какую-то дверь. И, собственно, все похоже. Да, больше тут ничего нет. Эй. Это медвежонок. Спасатели прибыли. Рад слышать. Спасибо за помощь. Да ладно, я ничего такого не сделал. Так, я не понял. Если дверь закрыта, то что же мне делать? Ладно, будем смотреть, будем разбираться, что да как. Но сюда прыгать смысла нет особого. Сюда тоже. Блин, тупик. А, теперь открылось, да? Странно. Не страннее этого. Ладно. Блин, что-то тревожно как-то на душе от этой музыки и от того, что тут творится. Тишина. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь, возможно, там где-то шириво лежит. Да-да-да-да, вон вижу. Угадал, это хорошо. Так, сейчас мы его возьмем, поедем на лифте вниз. Будем спускаться, я так чувствую, в какую-то суперсекретную лабораторию и все дела. Так, ну ладно, поехали. Блять. О, какого хера? Это что такое? О! Блин, да. О! 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 Вашу мать. О! Блин, а. Твою. Чё? Да блин. Ну ладно. Надеюсь, в этот раз мне больше повезет. Охренеть, эти глюки меня начинают напрягать уже. Блядь. Как только найдешь Уэйда и девчонку, вези их на базу. Мне нужно с ними побеседовать. Удачи там! Фу. Да, был довольно-таки стрёмный момент, надо сказать. Ну ладно. Мы пробрались на территорию какого-то объекта, где, видимо, все решится. Я так понимаю. Эпизод 9 уже. Ой-ой-ой. Вот вас-то мне и не хватало. Так, постараемся пробраться мимо нее. Как можно более безопасным. Только сказал, как можно более безопасно. Ну ладно.
скотина обманула меня. Бежим! Давай! А, хапнул. Ну ладно. Насколько я понял, воевать с ними особо смысла нету, потому что... Да успокойся ты уже. Потому что... Себе дороже выйдет. Только пустая трата патронов. Ладно, побежали дальше. Бежим, сейчас мне в попу засандалят. Ой, а тут еще одна. О! Ну, тут уже выхода другого не вижу, кроме как попытаться с ними пободаться. Так, сохранимся. И погнали. Всегда лишний раз стреляю почему-то. Что ж такое? Так, тут у нас есть несколько путей. А что же у нас тогда было тут? А давайте сюда пойдем. Так, хорошо. Куда это мы попадаем? А, куда-то мы попали. Ну ладно, это неплохо. Тихонько. Я предчувствовал, что тут кто-то будет. А, гранат у вас нет вроде? Охрана. Так, где третий? Третьего надо. А, как ты выжил? Блин, а? Хорошо. Еще один там сидит. Так, ну ладно. В принципе, неплохо, я думаю, получилось. Ну и ладно, на этом, я думаю, завершим эту серию. С вами был Артур, всего хорошего, пока.